Доброго времени суток! Вас приветствует Украинская премьер-лига. У нас третий тур. Матч команд, которые занимают на данный момент не самые высокие места в чемпионате. Но от этого этот матч не теряет свой интерес. Стартовый состав Арсенал Киева, который сегодня принимает на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского, а также Рух Львов. Арсенал, главный тренер команды Лев Красов. Тактика у него на сегодняшний матч без изменений. И главный тренер команды Рух Львов — это Дмитрий Выносов, который сегодня на этот матч изменил тактику игры, и Рух сегодня постарается отобрать очки, а точнее заработать свои первые очки в чемпионате, вот, которые им также важны. У нас первое нарушение правил в центре поля. Похоже, здесь фолил капитан команды Пеняев. Александр Осман, подача. Нет, похоже, отбиваются защитники. Но мяч сохраняется за Арсеналом. Предыдущий матч Арсенал играл на Закарпатье с местным Минаем. Тогда матч завершился со счетом 0-0. Пытались Арсенал придумать что-то, сделать какие-то свои атаки. Были опасные моменты. Были и опасные моменты у ворот киевских канониров. Но, как видите, не получилось ничего, но зато Арсенал отобрал у Минаи очки и заработал хоть и что-то, но уже есть результат у команды Льва Красова, поэтому это уже какое-то маленькое достижение. По поводу самого Дмитрия Выносова, команда Рух начала сезон с не самых лучших матчей. Команды два поражения. Вот сейчас как раз они атакуют. Захиди с мячом, может подавать здесь. Захиди, похоже, немножко заигрался Шахаб, и отобран у него мяч. Первый матч Руху противостоял донецкий Шахтер. Один из фаворитов на победу в чемпионате. Но Рух в меньшинстве играл, и в итоге уступили горнякам со счетом 2-0. Вторая же игра была во Львове. Это прошлые матчи, имею в виду. Рух принимал у себя дома еще одну донецкую команду. Это футбольный клуб «Олимпик». Но, к сожалению, вот по этому матчу могу сказать, что команде со Львова не повезло. Это конкретное невезение было. Рух старался, много тоже было атак, много незабитых мячей. Вот, но в итоге Рух также уступил Олимпику со счетом 1-2. Победу привел команде Олимпику свой же, точнее, игрок соперника Сигурдсон, отправив мяч в свои ворота. Это была, конечно, случайность, но что поделаешь, в итоге потеря очков, потеря мотивации, как и для тренера, так и для самой команды. Но, как видите, Дмитрий Выносов пока, конечно, кардинальных изменений не делает по составу. Например, сегодня на поле играет Калюжник вместо дисквалифицированного Капыны, который заработал красную карточку, и еще вот этот матч он пропускает. Вот, в следующем матче он уже сможет сыграть. Также сегодня играет Максим Билый,
вместо Сигурдсена, который допустил ошибку, как вы видите, все-таки тренер сделал коррективы такие. Вот. Возможные выводы сделал какие-то Дмитрий Выносов, но посмотрим. Не знаю, что из этого выйдет и сможет ли Рух наконец-то сыграть свою игру. Вот. И заработать свои первые очки. Понимаю, конкуренция большая, для команд очень тяжело. А вот первый удар вот заходи. Но Орис Будюк спокойно этот мяч принял в свои руки. Также сегодня играет Андрей Бурячук, один из молодых талантов украинской премьер-лиги. К сожалению, он поздно, скажем так, начал играть. А вот первый опасный момент. Гальдамеш, удар по воротам, и это 1-0. Канонеры выходят вперед. Забивает у нас Пабло Гальдамеш. Ну вот и первый гол в матче. Посмотрим повтор, что у нас тут было. Вот по правому флангу, извините, по левому флангу еще игрок. Нейнгалан пробил, вратарь отбил защитниками вместе. Но второй раз Месак не смог спасти команду. И таким образом Гальдамеш все-таки забивает свой первый гол в чемпионате. Посмотрим еще раз вот здесь, с близкого расстояния. Вот первый удар был, поймал его Месак, но второй удар уже не успел он среагировать, я так понимаю. И пропускает Рух снова. 1-0, Арсенал впереди. Пока придется думать опять, не знаю, сможет ли отыграть с... Дмитрий Выносов хотя бы один гол. Но, в принципе, время еще много, еще есть шансы. И списывать пока Дмитрия не стоит. А вот еще одна атака. Дмитрий Симатюк, похоже, здесь пробивал. Но Роман Месак на месте пока. Ростислав Лях начинает атаку, но, похоже, ошибочно. Видите, пока Рух не может найти свою игру, нужны кардинальные изменения в составе, я имею в виду в тактическом плане. Вот, во-первых, нужно, ну, скажем так, по моему мнению, я считаю, что да, вот еще один опасный момент здесь Бурячук подставил голову, но Будюк, хоть и немножко неудачно принял мяч, но во второй раз он все-таки исправил свою ошибку. Вот, но мог бы быть тоже гол. Опасный момент был. Так вот, по поводу Руха, я думаю, им нужны какие-то в тактическом плане изменения. Например, поменять схему игры. Потому что, как вы видите, три защитника не справляются со своими обязанностями. И рассчитывать на трех защитников, имея в виду итальянскую систему, по которой команды в Италии серии А, например, играют в три защитника, не действует. Руку нужны перемены какие-то. По поводу Арсенала, в принципе, команда, конечно, не самая сильная в чемпионате, но если посмотреть, то они могут закрепиться, как и Верес, крепким средняком чемпионата. Вот. У Арсенала есть хорошие тоже игроки, есть тот же опытный Ковпак, который играет на фланге последние игры. Вот. И, конечно, это уже последний для него сезон, но для команды он очень, точнее, может очень много сделать всяких полезностей. Какие они будут и как Ковпак сыграет свой последний чемпионат, это еще пока неизвестно. Вот. Поэтому будет видно. Калюжный сейчас мячом пытается здесь придумать что-то, но, похоже, арбитр матча не дает завершить атаку. И у нас счет пока 1-0, Арсенал впереди. Посмотрим, что придумает Дмитрий Выносов во втором тайме и сможет ли он отыграться со своей командой во втором тайме. Поэтому пока перерыв. И мы сразу же вернемся к матчу. Ну
что ж, возвращаемся мы к матчу. Арсенал Киев, Рух Львов. Счет пока 1-0 в пользу канониров. Пытались и Рух что-то придумать в первом тайме, но больше атак провели киевляне. На данный момент сейчас Арсенал начали ведут атаку. Андрей Ковальчук, кстати, лучший правый защитник в прошлом туре. Попал он в символическую сборную за свои действия в прошлом матче против МНА. Очень много он полезного сделал, особенно передачи, я имею в виду. Вот, и таким образом попал в символическую сборную. Также Ярослав Мартынюк, который сегодня играет, также попал в сборную прошлого тура. Я, когда комментировал этот матч, я помню Мартынюка, как он тоже сделал много пасов, много навесов, особенно от него было. А вот еще один удар по воротам, и это Раджан Айнгалан. Забивает гол капитан команды. И увеличивает счет в этом матче. Ну что ж, похоже, Рух теряет кондиции. Смотрим еще раз этот повтор. Сейчас по флангу у нас шел, вот я не могу это увидеть, по-моему, Симатюк это был. Отдал пас, и, как видите, Раджан Айнгалан красиво забил этот мяч. Вот и вам проблемы. Я думаю, Дмитрий Выносов сделает какие-то выводы, потому что вот защита проваливается. Не успевает три защитника отыграть. Замена, кстати, во львовской команды. Вместо Сергея Пеняева выходит Ильдар Шамородов. Узбекский талант, который, кстати, это, по-моему, второй узбек, который играет в чемпионате Украины. Первый был, насколько я помню, Максим Шацких, который играл как раз в Арсенале. Захиди, подача здесь на штрафную, но защитники отбивают мяч на угловой. Чахаб Захиди будет подавать этот угловой, и подача, но снова защита отбивает мяч. Посмотрим. Максим Шацких, если помните, такой игрок был в украинской лиге, играл он тоже за Арсенал. Был и в Динамо Киеве в первом сезоне, насколько я припоминаю. Потом перешел в Арсенал. И после этого и он уже не играл уже больше в украинском чемпионате. Завершил он карьеру, по-моему, в Арсенале. И все, на этом больше его не было. Александр Осман сейчас мячом, бывший игрок киевского Динамо. Сейчас делает хорошую передачу на Янакова. Кстати, Янаков автор голевой передачи, я перепутал его с Симатюком. Вот, поэтому сегодня он один из авторов гола в ворота Руха. Ильдар Шамородов сейчас пытается здесь что-то придумать, но, как видите, не дают канониры пробиться через центр. Видите, Раджан Айнгалан, лидер команды, такой диспетчер даже, я бы назвал, киевского клуба в этом матче. Шкадран Мустафи, подача здесь на штрафную, удар по воротам. И Роман Мисак ловит этот мяч. Честно говоря, я уже думал, что сейчас и третий будет. Гол. Видите, нету баланса. Вот как раз центр хромает, потому что Мартынюк один. Фланги, точнее, центральная часть открыта. Такая же самая проблема и в защитниках. Не знаю, как с этим справляться. Рух должен. Ну, как видите, это такая на самого тренера. А вот длинная передача на Шамородова на фланг. 70-я минута матча, и Шамородов ошибается здесь. И, похоже, еще одна замена будет, только уже в Арсенале. Вместо Александра Османа выходит Владислав Дубинчак. И в Руха вместо Ростислава Ляха выходит Владимир Заставный. Кстати, тоже хороший фланговый полузащитник. Вот, тоже он иногда исполняет роль, как и Мартынюк, диспетчера в команде.
поэтому может хорошо помочь. И еще одна замена Уруха. Вместо Александра Тымчика выходит Марьян Мысык. Кстати, давно он не появлялся на поле. По крайней мере, я его не видел. Кроме товарищеских матчах. В основном составе команды. А вот и хорошая подача. И здесь Эльдор Шумуродов сокращает. А нет, похоже, арбитр матча не согласен с этим и засчитывает здесь офсайд. Посмотрим еще раз, где тут был офсайд. Да, был Эльдор Шумуродов. Был офсайд, чистый офсайд. Но, правда, похоже, арбитр матча все правильно принял решение. Джабали Партия выходит на поле вместо Вакука. Усиление в центре поля. Похоже, это помощь, я так думаю, Радже Найнглану. Маембе. Передача на Калюжного. Ошибка здесь. И что ж, снова атака Арсенала. Симатюк с мячом. Пытается он дойти до штрафной, но, похоже, отобрали у него мяч. Но, как видите, обидно, обидно, что если бы сейчас, конечно, Рух забил бы гол, то, я думаю, совсем бы игра поменялась. Я думаю, Рух бы сейчас бы мог бы даже и прибавить. Но, как видите, пока им это не удается. Скадран Мустафи. Передача на Ингалана. Два новичка здесь команды разыграли. Комбинация. Вот смотрите, открывается здесь Джаба Лепартия. Лепартия доходит до штрафной. Может пробивать Лепартия. Подача нет, не удалось. Янаков, еще одна подача. Но на этом все. Андрей Борячук с мячом сейчас просит. Мяч Шумуродов. Вот Шумуродов пытается здесь снова что-то придумать. Но, как видите, не состыковка от игроков, потому что играет на одном фланге. И растянутый такой вот Рух. Если сравнить его с тем же Арсеналом, Арсенал более компактная команда. Они более центр укреплен. И они более атакуют с центра. Если вы успели заметить. Может, я и ошибаюсь. Может, каждый, скажем так, имеет право на ошибку. Но я думаю, тренер команды Руха будет по-любому делать выводы какие-то по окончании этого матча. Остается у нас матч. Донецкий Шахтер будет принимать у себя дома Луганскую Зарю. Центральный матч тура. Советую его посмотреть. Будет он, скорее всего, завтра. И также остается также такой вот принципиальный матч двух соперников. Это футбольный клуб Минай будет играть на выезде с харьковским металлистом Даниила Куца. Так что советую посмотреть также и эти интересные матчи. У нас подходит к концу второй тайм и вообще полностью матч. Так что вот и финальный свисток пришел. Поздравляю Льва Красова с первой победой в чемпионате. Добыл он свои чистые 3 очка. Как видите, статистика показывает, Арсенал переиграл Руху в этом матче. Владение мячом 55-45. Ну вот, как видите, немножко такое бывает. К сожалению, у нас Рух проигрывает вновь. Придется Дмитрию Вынесову кардинально делать изменения, иначе ничего с этого не выйдет. Лучший игрок матча у нас Раджа Найнгалан, оценка 7,5. Также 7,5 получил Пабло Гальдамеш. Вот. И больше никто так хорошо не сыграл, как эти два игрока. У Руха могу кое-что даже отметить, даже не знаю, особо сегодня никто... Ну, заходи, немного пару пасов сделал неплохих. И пробитие сделал одно в этом матче, но больше ничего не было. Забивали у нас Пабло Гальдамеш, 30-я минута матча, и 52-я минута матча Раджа Найнгалан спас от Дениса Янакова. Замена, которая у нас сегодня была, Рух сделал 3 замены. Эльдор Шумуродов выходил на поле, Владимир Заставный и Марьян Мысык. Вместо Сергея Пеняева, Ростислава Ляха и Александра Тымчика. У Арсенала Владислав Добинчак вышел на поле вместо Александра Османа. И Джабали Партия сменил Андрея Вакулка.
В общем, вот такой вот результат матча. Желаю успехов Дмитрию Выносову в следующих матчах, сделать хорошие выводы и, наконец-то, начать побеждать в чемпионате. А на сегодня все. Благодарю вас за просмотр матча. Надеюсь, вам понравился этот матч. Посмотрим уже следующие игры, кто как себя покажет, кто себя как проявит. И тогда уже будем знать, кто уже будет бороться за чемпионство, кто за Еврокубки, а кто будет сохранять прописку в чемпионате. Поэтому на сегодня все. Благодарю вас за этот матч. Благодарю еще раз за просмотр. Буду прощаться. До новых встреч и смотрите футбол.